Уникальная находка археологов в Витебской области в Бешенковичском районе. Найдена ложка первобытного человека. Столовый прибор эпохи неолита, выполненный из кости животного, обнаружили археологи на торфянике вблизи деревни Осовец. Это второй подобный артефакт, найденный на территории Беларуси. Предыдущие подняли несколько десятилетий назад всего в 15 метрах от новой сенсации. Изучение археологического памятника Осовец идет уже полвека. Ученые утверждают, что открытий здесь хватит еще не на одно поколение. Дело в том, что торф не пропускает кислород, и поэтому в торфянике сохранились даже деревянные костяные изделия тысячелетней истории. Другая самая ранняя лыжка на территории Беларуси. Ей приблизно 4000 годов. Я по ее еще могу сказать, что ее власник был правша. Одразу, без никаких анализов. Тут мы бачим счесанный край. Отповедно по глиняному посуду лыжка потиху счесывалась. Среди находок также кремневые наконечники стрел, украшения из янтаря, осколки керамики. Объекты изучат в Институте истории НАН Беларуси, а затем они станут частью музейной экспозиции.